От успешности ученика к успешной личности. Под таким названием прошла конференция, приуроченная к 85-летию школы-интерната номер 5. Подробности в сюжете. Школа-интернат обеспечивает коррекционно-воспитательное воздействие на детей с нарушениями слуха и детей с тяжелыми нарушениями речи, создавая благоприятные условия для их всестороннего развития – умственному, физическому, нравственному, трудовому, эстетическому воспитанию, развитию познавательно-общественной и трудовой активности, положительных качеств личности. Сегодня коллектив школы-интерната празднует 85-летие. В этой связи была организована конференция под названием «От успешности ученика к успешной личности», где собрались учителя, выпускники, ветераны и специально приглашенные гости. Мероприятие состоит из пленарной и практической частей. В практической части хроника юбилейного года. Это зимние, весенние, осенние генеалогические хроники, где каждый участник сможет ознакомиться с работами и достижениями за весь период и, конечно же, меняться опытом. Мероприятие регионального масштаба, безусловно, является инструментом для повышения мотивации сотрудников и их сплочения. На сегодня в копилке специальной школы-интерната номер 5 Управления образования области Абай множество достижений и работ по социализации учащихся и оказанию им всей необходимой помощи. В нашей школе очень много традиций, которые помогают нашим неслышащим деткам социализироваться и адаптироваться в жизни. Мы очень рады. Еще раз хочу поздравить всех наших коллег, всех наших выпускников, всех наших ветеранов с этой замечательной датой. Пожелать всем успехов о нашей школе процветания и больших достижений. В завершении мероприятия участники ознакомились с хроникой юбилейного года и выступили с поздравительными словами, отметив высокий уровень образования школы-интерната. Талшын Шакыртхан, Аян Сергазинов, телеканал «Семей».